Елена Москалева, волонтер группы помощи животным ВКонтакте, часто приводит своих питомцев гулять в парк 7-го микрорайона. Эта зеленая зона – единственная в новой части города, где достаточно места для дрессировки собак. И она с радостью восприняла идею местной власти сделать этот парк специализированным. Нам такое место очень нужно. Сюда приезжает, в принципе, со всех районов собаками выгуливаться именно в вечернее время, когда здесь мало людей. И либо утром перед работой люди гуляют, и тоже мы никому здесь особо не мешаем. Людей здесь просто гуляющих очень мало. Днем по дорожкам заброшенного парка гуляют мамочки с колясками. Однако отпустить ребенка пробежаться по траве еще недавно было опасно. Заросли выше человеческого роста, разбросанный мусор и пустые бутылки. Это далеко не полный перечень того, что мог встретить малыш во время прогулки по парку. Местные жители писали письма в районную администрацию с тем, чтобы зеленую зону привели в порядок. И вот свершилось. На днях здесь начались работы по благоустройству. А на одной из планерок глава БМР Иван Чепрасов озвучил, что парк 7-го микрорайона будет специализированным, чтобы владельцы животных могли прийти сюда со своими питомцами. В плане того, что территорию собаки всю загадят, такого не будет, потому что ни один хозяин не захочет, чтобы его собака чем-то неприятным пахла, либо испачкалась. Поэтому чистота здесь будет в любом случае. Ну, опять же, при наличии мусора, которых сейчас здесь нету. Детки, которые встречают в этом парке собак, не боятся животных. Они знают, что дрессированные питомцы добрые, а их хозяева ответственные. Будет хорошее место для общения детей с животными, куда родители не будут бояться привести своего ребенка, потому что собаки все адекватные, собаки все между собой играют, дружатся. Есть единичные случаи, когда собака-вожак, она к себе не подпускает, но эти собаки обычно гуляют отдельно. Мы хозяев знаем, то есть с ними общаемся, просто издалека скажем друг другу привет и разойдемся. Поэтому конфликтные ситуации случаются очень редко. Сейчас здесь вовсю ведутся работы по благоустройству. Расчищены дорожки, обрезаны кустарники, спилены старые деревья. Я и сегодня был в парке 7-го микрорайоне. Вот когда люди говорят, что мы хотим, чтобы у нас больше было зон отдыха, это одна ситуация. Когда люди выходят и делают, это совсем другая ситуация. Приятно, что у нас появляется такое замечательное еще одно место отдыха. Я уже не буду говорить о пляже, о всем о том. Вот он, социально ответственный бизнес. От слов к делу. Местные жители, которые гуляют в парке 7-го микрорайона, очень надеются, что эта зона отдыха станет благоустроенной, какой она была около 20 лет назад, с ровными дорожками, с лавочками, детскими площадками и красивыми фонарями.